Всем привет, всех рад видеть на канале. Тема в этом видео про вот этот шуруповерт и про вот этот аккумулятор. Из набора моего, который я показывал ранее. Вот и сам набор в таком кейсе. Здесь зарядник лежит, здесь вот много аккумуляторов, у меня их несколько штук. И вот здесь шуруповерт. И один из этих аккумуляторов, который только что я показал, он подсел. Вот, собственно говоря, вот этот аккумулятор, с ним неполадки, он не заряжается. Сейчас покажу, как он себя ведет вот в таком состоянии, какой он есть сейчас, да, и попробуем его запустить. Я подсмотрел способ в интернете, в YouTube, и сейчас мы с вами проверим вместе, как это работает, этот способ. Давайте сейчас я вам покажу для начала, как себя ведет этот аккумулятор. Вот, смотрите, я вставил, вот нажимаю, здесь мерцает, вот видите, и он не запускает шуруповерт. То есть высаженный в ноль. Вы, наверное, сейчас скажете, что его просто надо подзарядить. Но давайте вот посмотрим. Вот я ставлю его на зарядку. Видите, мерцает лампочка. Сейчас немножко подождем. Потерпите, понаблюдайте. Зарядное устройство вообще бомбическое. Да и сама марка тоже бомбическая. Но это не реклама. Просто в пользовании, так что имейте в виду. И вот сейчас какое-то время она померцает и остановится лампочка. Это означает, что зарядился аккумулятор. Вот, остановилась лампочка. То есть это достаточно, как бы получается, очень быстро. Он зарядился, вы видели, он высаженный. Вот я его вытаскиваю, вставляю сразу шуруповерт. И что мы видим? Ничего мы не видим. Он не работает, видите, только там промаргивает чуть-чуть лампочка в этом индикаторе заряда, который на этом шуруповерте показывает степень зарядности аккумулятора. И вот давайте перейдем сейчас к способу, который я подсмотрел в интернете, как вот оживить этот аккумулятор, не разбирая. Давайте посмотрим. Способ оживления этого аккумулятора заключается в том, что нам понадобится вот такой вот проводочек, и его надо будет подсоединить к зарядному устройству. В интернете показывали, что вот такой проводок подключается к блоку питания от ноутбука и все такое. Там у меня способ немножко другой. Похоже, у меня нет ноутбука и нет у меня блока питания для ноутбука. Но у меня зато есть вот такое зарядное устройство, сейчас покажу. Это автопускач на 12 вольт. И как вы уже догадались, нам придется подключить вот эти провода к клеммам на плюс и минус, просто на 10 секунд дотронуться до клемм. И тем самым оживится вот этот аккумулятор за счет, так скажем, прикуривания. Как определить плюс-минус на вот этом аккумуляторе бошевском, да? Очень легко и просто. Вот, видите, приглядитесь. Ну, там видно как бы. Или запомните просто сторону. Вот справа это плюс, слева это минус. Ну, собственно говоря, вот берем клеммы вот эти, крокодилы, и просто на них цепляем минус и плюс. Ну и, соответственно, у нас появляется такое вот соединение. Разглядите. Ну и сейчас я его запущу. Сейчас покажу. Вот я его запустил. Ну, в активном режиме сейчас. Было сказано, что нужно подключить плюс к плюсу, минус к минусу. В данном случае у меня сейчас плюс это синенький, а коричневый это минус. Ну и на 10 секунд как бы надо соединить. Сейчас мы с вами это проверим, потому что я сам что-то не очень-то верю в этот способ. Ну и сейчас дотронемся. Просто дотронуться надо. И всего лишь, посчитав до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Ну и вот сейчас проверим, как он прикурился. Ну вот, возвращаемся к нашему зарядному устройству для аккумулятора непосредственно. И вставляем в это зарядное устройство. Вот я установил шуруповерт. И ничего не происходит. То есть ничего вообще. Этот аккумулятор мертвый. Он не оживляется, шуруповерт не запускается. Но это не беда. То есть, значит, пришло его время. Для меня не беда. Вот у меня есть вот такие аккумуляторы, еще несколько штук в чемодане, еще вот это вот вы видите. И чтобы не было сомнений, что шуруповерт не рабочий или рабочий, сейчас покажу. Ну вот с этим аккумулятором, да? Вот. Видите, все нормально. Живет себе преспокойненько.
и показывает ярко все. Ну и вот с этим бочоночным, вот у меня здесь отмечено три точки. Это у меня третий из комплекта. Получается, тоже все нормально. Вот, вот работает. Так что вот этот способ с проводочком, это, по-моему, фейк, который нерабочий вариант. И давайте будем знать про это вместе. Если я ошибаюсь, пишите в комментариях свои мнения, подскажите, может быть, я что-то неправильно делаю. Всем спасибо, всем пока, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки.